Сегодня мы ночуем вот здесь вот на таком паркинге. Рядышком вон голландцы возле нас уже спят. И подъезжая сюда, к этому паркингу, мы увидели, что кто-то горбатый перебегает дорогу. И этим горбатым оказался... Вот он, красавчик, сидит. Вон, видите, глаза светятся. А теперь дай мне фонарик. Так пристально наблюдает за нами. Не бойся, малыш, не бойся. Видим. Ту-ду-ду-ду. Смотри, как теперь глаза светятся. Нет, нет, ты имеешь в виду, вот на камеру посмотри. На самом деле они же так не светятся. О, как это на самом деле светится. Мы с Галинкой здесь, как юные следопыты, увидели вот такие вот полоски щенок. Вот оставил за собой след своим хвостом. Мы разобрались. Оказывается, он залез на дерево для того, чтобы поесть слив. И вот он сейчас там сидит и уже нас не боится, а ест сливы. Ля, позвольте, где пробовать взял. Взял, да, сливы? Да. Он уже как бы практически не обращает на нас внимания. Плямкает? Ага. А, потерял сливу. Сейчас за еще одной полезет, смотри. Где ты его видишь? Я уже не вижу. Пошел на ту сторону.